Добрый день, прошу вас. Так, уважаемые коллеги, мы встречаемся с вами в легендарном городе, в городе Тула, городе оружейников. Здесь собрались руководители компаний, предприятий, которые расположены на всей территории России. От Дальнего Востока, Урала, Сибири, вот до европейской части. Вот только что мы с губернатором посмотрели конструкторское бюро приборостроения, где разрабатывается высокоточное и другое оружие, в том числе бронетехника. А сейчас, конечно, обсудим все темы, которые нас волнуют, занимают, и которыми мы с вами на протяжении последних месяцев занимаемся достаточно интенсивно. Важнейшая ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта. И сегодня жду от вас соответствующих докладов после наших предыдущих встреч и с некоторым отдельно, с некоторыми отдельно коллегами, и все вместе мы, помните, мы встречались. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.